Следующий плагин это Blob Mod. Это модификатор. Но прежде чем его показывать, я покажу и напомню, что такое Blob Mesh. Он находится у нас в основных объектов. Этот Blob Mesh. Это метабол. Также создам из стандартных примитивов. Ну, допустим, куб. Здесь, как мы знаем, у нас есть вершины, точки. И сейчас, если я выберу блок Mesh и укажу на этот бокс, то на всех вершинах будут вот эти метаболы. Я могу увеличить размер. Таким образом можем создавать интересные объекты, анимацию. Также работает с системами частиц. Вот я сейчас создам еще один объект, допустим, сферу. И укажу еще и сферу сюда. Вот мы видим, что она сливается. Таким образом можем делать интересные эффекты. Но суть не в этом. Я почему это показал? Потому что это почти то же самое, что и Blob Mod. Просто Blob Mod это модификатор, в отличие от Blob Mesh. Вот я также создам, допустим, ну, тот же вот цилиндр, допустим, да, и применю этот модификатор Blob Mod. Это, в принципе, то же самое. Здесь также могу создать сферу, затем здесь добавить эту сферу. И вот результат, в принципе, одинаковый. Просто это модификатор. Как можно судить по названию Blob Mod модификатор и Blob Mesh, это Mesh объект. Эти параметры анимируются. Допустим, я вот так сделаю. Параметров крайне мало, поэтому говорить тут особо больше и не о чем. Тут все зависит от вашей фантазии, что вы тут придумаете, что можете сделать. Вот, допустим, я вот в интернете вот тут посмотрел вот какие-то вот такие вот вещи. Ну и давайте посмотрим, как мы можем работать с частицами. Возьмем стандартные частицы, допустим, брызги. Подниму наверх. Вот такой вот дождичек. Но мы его сейчас превратим не в дождик. Вот я взял сферу. Применю модификатор Blob Mod. И здесь добавлю частицы. И вот у нас получается вот такая вот штука. Пока что никак обозвать ее не могу. А если ее хорошенько настроить, применить какой-нибудь соответствующий материал, то можно сделать интересные вещи. Что ж, опять короткий урок. На этом закончу. Спасибо за внимание.